Доброго всем времени суток. Страшный туман. С вами Дексер. Это Train Life. Знаменитая игра про лосей суицидников. И я в каком-то ганновере складе. Мне бы теперь вспомнить, чё, куда, зачем. Очки навыка доступны один. Здорово, давайте я как-то это... А вот. Ну, давайте в расход топлива вложу. Уменьшение штрафа. Пофигу. Больше денег сотрудников, время выработки товаров. Вообще неинтересно. Повреждения, ну не знаю, вместимость. Это тоже такое. Так. Честно скажу, я забыл, как в нее играют. А, мне просто говорили, что... Кнопка подъема? Подъема чего? Что тут вообще происходит? Таб — это вот эта штука, да? Да. Прочность топлива, все хорошо. Ганновер, да. Мир. Пум. Ганновер склад. Производит почту. Почта мне нафиг не уперлась. Все, можно ехать уже отсюда с этим. Пассажиров не могу. Ферма. Контракты есть в Ганновере. На ферме. Вот я туда подал. Но... Города. Карта машиниста, не знаю. Давайте посмотрю настройках, в конце концов. Аварийный тормоз. Мне связь нужна. Станция радиосвязь. А, вот, все. Станция радиосвязь. Карта. Я проложил Ганновер ферма. Я не против. Да, Ганновер ферма. Сервисы. Доступ к станции. Три получения. Получение. Контракт. Вот, 9 вагонов от станции Франкфурт, завод пищевой промышленности. Окей. А, погрузить автоматически. Перейти к станции Ганновер ферма. А, да, прекрасно. Блин. Хорошо. Знаете, на чем я теперь мучаюсь? Как поехать? Так, поехали. Аварийный тормоз. Регулятор вверх, регулятор вниз. Регулятор чего? Регулятор вверх, регулятор вниз. Инвертор R. Я удивлен, но ладно. Аварийный тормоз. Пум. Поехала. Ну что, я еду. Перекрестный разъезд. Хорошо. Ладно, сейчас разберемся. И туман, конечно, напрягает. Влево. Влево, да. Ну все. Вроде разобрались. ЕЭД — это торможение. Как ни странно, почему, ну, не ВАЗДом она тормозится. Меня опять перевели на левую ветку. Черт с ним. Ганновер центральная? Зачем перейти к Ганноверу центральная? Мне не надо. Ладно. Едем. Свободная линия. 120 ограничений скорости. А, прекрасно, прибавим. А как переключить внутрь кабины? Осмотреться. Мышь. Мышь, понятно. Следующая камера С. Угу. Меню расцепки, стеклоочистители. Предупреждение о подъеме. Хорошо. Следующая камера С. Вот, прекрасно. Я теперь тут внутри. Это планшет. А, вот могу рычагом мощности рулить, инвертор мощности. Ты кто? Выключатель какой-то странный. Рычаг тормоза, аварийный тормоз. Насколько он аварийный, этот тормоз, хотел бы я знать. Ну да ладно. Открыть просмотр расцепки. Что будет? А?
все нормально. Просмотр расцепки включил, видимо. Так, хорошо. Шкандыбаем дальше. Мне нужна левая линия. Какие еще камеры есть? Ага, на бампере. Слева, сверху. Мне сверху больше нравится, наверное. Ну что ж, ботов я пока не вижу. И сейчас в лоб как прилетит. Мне непонятно, что тут за автоматическая погрузка, да, наверное, центральная, если я хотел поехать на другую линию. Ну ладно. А поезд. Я рад. Поезд на радаре. И чего? Я должен испугаться уехать на другую ветку или что? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, правостороннее тут движение или левостороннее. Я за то, что он правосторонний, я сейчас ему в лоб прилечу. А какие ставки у вас? Но он мне не в лоб летит. Это я его догоняю, похоже. Блин, вот пойми, да? Так, ну он точно на моей ветке. Давай, уйду вправо. Тадым. Да, он на моей ветке. Красненький. Ой, дрезин какая-то. Длинная. Ну что, движение тут правильное. У меня больше доступа, кстати, к станции Ганновер-склад. Да пожалуйста. Я даже не против. Ну чё, туман. Включить противотуманные фары. А, управление противотуманные фары. Я не знаю, что такое противотуманные фары. Режим. ТY. Но у меня включены противотуманные фары. Ну, я надеюсь, что включен. Так, все желтенькое. А мне куда, собственно? Давайте смотреть. А, мне надо на ферму влево забирать. Хорошо. Ну, штраф вроде не пишут ничего. Туман вроде постепенно уходит. Нормально. А, бот есть. Как выяснилось. Еще понять, они всегда вот правой стороны придерживаются, ну своей правой, моей левой. Или нет? Меня никто не догоняет, потому что сейчас шуршание было такое. Тут меня поезд догоняет. Так, мне в принципе влево. Не, не сейчас. Мне в целом-то влево, но из своего ряда влево. Влево. Все, это ферма. Пятьдесят. А. Так, двойка. Да, я останавливаюсь просто. Три. Доступ к станции. Свободно пользоваться. Отлично. Чего? Вправо-влево, вправо-влево. Вправо. Е. Р, что ли? Е есть. Вот. Да, тут немножко дурацкое управление. R. Не понял. Выключись.
выключился. Молодцом. Убираем. Едем. Да-да, пробуксовка, я знаю. Физика тут не ночевала, пробуксовка тут странная. Ну, смотрите, туман ушел, все нормально. Жить можно. Так, сейчас подцепим вагон и поедем в Франкфурт, что-то там. Ну, в контракте сейчас будет. Я вообще звука не слышу в игре. То есть какое-то странное бурчание есть, но, блин, оно странное и небольшое. А, зона станция, сохранение, не выходить, не выйду. А где-то здесь можно загрузиться. Девять вагонов. А там, ну, будем считать, что там зона погрузки, я сейчас туда заеду. В любом месте станции. Ну, я типа на прямой буду это все делать. И надо посмотреть, как тут... Блин, куда-то влево поворот идет. А, надо... Да, там тупичок, по-моему, да? Ну, ладно. Просто вот что такое В-зона станции. Странная зона станции. Погрузка. Вот мои 9 вагонов. Отлично. А... Контракт. Хорошо. Франкфурт. Франкфурт. Вот тут Франкфурт. А, я мог, конечно, снизу в него заехать. Франкфурт кто? Завод. Ага, хорошо. Ганновер ферма. Франкфурт завод. А можно либо отсюда проехать, но у меня так, наверное, не получится. Ну, тут разворот, потому что нет, скорее всего. Да, тут нету. А, тут я тоже не могу. Тут вообще тупик какой-то. То есть я могу только вперед. Разворотка такового нету. Через Дортмунд, через всю вот эту ботву во Франкфурт. Ну, тоже нормально. Завод пищевой промышленности сюда. Да, мне нравится. Нет. Через там. Погодите, а тут что, чинится и... А, нет, а тут чинит поезд. Ну, как всегда. То есть, мне говорят тут, а я тут поехать не могу, я поеду там. Ладно. Что поделать? Так, топливо. Ну, полный бак, я бы сказал. Вправо-влево, вправо-влево. Сейчас разберемся, вправо, вправо или влево оно. Поперли. 9 вагонов дрезина повезла. Я думаю, но я надеюсь, что едет по силам. У меня начальная дрезина, это зеленая, просто она у меня апгрейженная немножко. Что я уже каких-то денег заработал. Дрезинка у меня апгрейженная. Очень хромая физика в игре. И очень странно со звуком. Вот она чем-то шуршит, я не пойму чем. То есть я вот в наушниках почти ничего не слышу. Но я вижу, что уровень записи прыгает. 21 градус. О, стрелочки. Это хорошо. Ну, ни хрена не видно, конечно. Давайте вот так. Ну, нормально, я еду, в общем-то. Ну,
Ну, я на вправую переключил, видимо, потому что я справа подъезжаю сюда. Тут ничего, тут без выбора. А что ты мне зеленым мигаешь? Непонятно, ну ладно. Следующее ограничение скорости 120. И я на магистрали еще не вышел, чтобы 120 гонять. Стрелка вправо, непонятно. Насчет стрелки вправо. Кстати, в этот раз меня не штрафовали за противотуманные фары. Я не знаю, в чем дело, у меня просто включены фары. Противотуманных я щелкал, не нашел, но видите, меня не штрафовали. Это странно, ну ладно. Так, пока я не выйду на магистрали, я газовать не буду. Перекресточек. Ну, я буду правой стороны придерживаться тогда. Если тут не англичане, а тут похоже на англичане. Кстати, смотрите, а линия-то электрифицирована. То есть тут дальше электровозы будут, похоже. Замечен приближающийся поезд. Да пофигу. 700 метров. Погодите. Он приближающийся. У меня только один вопрос. Он куда приближается? Хорошо, я пойду влево. Это все очень странно. Короче, эти сволочи гоняют где попало. Но перед перекрестком он встает. И это прекрасно. Он мне мигает? Сам дорогу уступи, собака страшная. Очень странно поезда себя ведут, прям вот очень. По любому пути может гонять. Это вообще никак не регламентировано. Все, я его пропустил, в общем, по сути. Но это очень странно. Так, ладно. Мне нужно левую выбирать. Навигатор врет, как силы мерен. Зона мост, 120 ограничений. Давайте, газуем дальше. Вот угадывается урчание мотора в этом звуке, ну он прям вообще не слышимый. Ладно, что, летим. Ну, буду левой стороны придерживаться, что мне. У меня только лось суицидники могут помешать, а так все хорошо. Так, влево, да, влево. Ограничений вроде нет, ограничений направо все ушло. То есть, по идее, у меня 120. Ну что, тапок в пол. Ой, пробуксовка прям. Не смешите мои носки. Все, Дортмунд объезжаю. Ну, прям скорость. Не хватает атмосферного звука, чтобы прям вот урчание мотора было. Его нет. То есть ни дымка, смотрите, с трубы нету. Ничего. Ну и где вот ощущение вот этого поезда едущего? Его тоже нету. Да, 9 вагонов, я посчитал. Вдруг обделили. Я же на станции не проверил. Ну вот я сейчас выйду на скорость. Если что не так, мне может быть только сочувствовать, потому что тормозить я буду очень долго. Чешу я по левой стороне, легко догадаться. Где еду, там и еду, черт с ним. Я так понимаю, если у меня будет встреча с поездом, он будет стоять перед перекрестком. Заблокированный светофором. Хотя не, давайте вправо перейду, мне справа привычнее. Так, влево. Тут картон, смотрите. Тут еще Евротрак.
Да, влево нормально. И там Дортмунд центральная. Блин, ее надо по центру будет пролететь. Хорошо. Хотя нет. Если это пассажирская станция, там переход идет справа. Ну, смотрите, по светофорам, судя, я правильно еду. То есть мне зеленый, и вон там встречнику тоже зеленый. Вправо. Нифига. Я влево не пойду. Тут синий горит. Непонятная штука, но ладно. Типа езжай где хочешь, синий, я так понимаю, означает. 105, ну не сильно разогнался. А мне не нравится еще, что топливо уходит. Так довольно бодренько. Вот видите, сейчас светофор стоит. А вот если бы я ехал по левой стороне, они были бы ко мне спиной. Так что я надеюсь, что это правостороннее движение. Но, тем не менее, уже ночь. Вот тут мне в ухо бурчит посильнее, конечно. Ограничение 65. Олени. Я торможу. Что я могу? Что я могу сделать? Я торможу. Ну, время не штрафуют. У меня 241 тысяча, кстати, денег, если что. То есть я тут далеко не беден. Но, блин, я же со скорости разгоняюсь. Что за пробуксовка? Что значит пробуксовка? По Ленина радаре нет? Вроде нет. О, пошел разгон. Нормально. Напомню, здесь нельзя выходить из поезда. Тут приклеился, да? Даже тела нет. Нечему выходить-то. Так, линия свободная. И вот впереди этот вот Дортмунд. И там вот непонятно, что с основной линией. Блин, я сейчас куда-нибудь улечу. По левой я линии должен объехать. Хорошо. Прям фактически по самой левой. Угу. То есть уйдет направо ветками, следующая влево, 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 и тут только в тупик не улететь. В принципе, вот внизу вот эта штука показывает. Так, это я на него смотрю, ага. Ну что, летим. А тут 80 можно, но я опять-таки не буду разгоняться. Кстати, возможно, поворот с левой полосы здесь. Успел. Вот чудом успел. Не успел. Ну ладно, следующий влево будет. А сколько тут? 80? Я могу сойти с рельсов. Странно. Ну, я мимо перрона поехал. Но меня вроде не штрафуют. Давайте я запрошу все-таки. Дортмунд центральная, да? Отклоняется мой запрос. Ну и ладно. Ну и редиски вы. Я без доступа влетел. А, кстати, у меня было, наверное, 243 тысячи, да? Возможно, с меня пару штук-то это. Тавось. Ну и ладно. Что-то какая-то хинея, да? Давай, вправо уйду. Ограничение скорости 80. А что меня там пищали, что я с рельс могу сойти? Потому что я по этим
прыгал по стрелкам. Поэтому. Перед въездом остался необходимо воспользоваться радиосвязью. Ну, извиняйте. Вроде не штрафанули. А что заблокировал, не знаю. Проскочил как-то. Ладно, едем дальше. Что тут у нас дальше? Ну какое? Так, так. Ладно, я так думаю, оно подо мной где-то пройдет, эта ветка. Я потихоньку разгоняюсь. Ну, все нормально вроде. Так. Ну тут я ничего не могу сделать. Я ушел на эту, на правую. Ну, в принципе, на нее и должен был уйти. Правда, я по правой стороне должен был ехать, а не по левой. Но это как перекрестие. Сейчас будет ближайшее, я воспользуюсь. Потому что теоретически я сейчас по встречке еду. Игра, вот, атмосферности не хватает. Вот недавно у меня стрим был по Transim World, да, там составы лязгают, колеса стучат, мотор урчит, там все ручки можно дергать. Ну ладно, не все, но большую часть. Тут ничего, оно картонное какое-то. Будет смешно, если я сейчас поездом встречусь. Как расходиться будем, я не знаю. Поезд на радаре. Накаркал. Мигает красным. А, ну, да блин, а чё ж ты пугаешь-то? Пассажиров везет. Он не на моей линии вообще. Я уж тормозить начал. А он не на моей линии. Круто. Так, ну я придерживаюсь правой ветки. Продолжаю. Наверное, разгоняться сейчас буду. Но я думаю, мне топлива-то хватит доехать. И лоси пока не попадались. Так, там что, 80 ограничений? Да, 80. Ну, нормально. Какой-то вправо какая-то стрелочка была странная. Не, он дрезину нормально тащит. 9 вагонов. По-моему, до 12 он тащит. Но тут с этим проблем, мне кажется, нету. Единственное, что из кабины. Ну, как-то. 79% бака у меня. Так, единственное, мне сейчас вправо не улететь. Перещел. Ну тут момент, сразу после перекрестия идет стрелка. И вот на этой стрелке надо перещелкнуть. Успеть. А тут вправо. Чтобы свои ветки придерживаться. Ну все, этот момент я проскочил. Так, что дальше? В Кёльн не заехать. В Кёльн надо держаться правее. Угу. Так, ограничение скорости стольник. А у меня это 80 застряло, да? Ну, давайте вот так. Еще и будет стольник, мне кажется. Ускорение 70%. А, ну это газ мой, насколько я выдвинул. Тормоз аварийный, тормоз 0. Че 0? Да, наоборот, давление сейчас должно быть. Ну ладно, неважно. А между тем уже ночь. Тут да, тут время суток, там такое быстро пролетает достаточно. Ограничение 90. Только что было 100, да? Снова 120. Тоже вот дурь с этими ограничениями, они мгновенно тут наступают. То есть моментально. Не чтобы заранее предупреждать, нет. Вот следующее ограничение скорость 120.
И тут я сейчас еду. А я тут еду 90, да? Угу. А вот 120. Прекрасно. Дикие животные. Ну, на радаре нет, значит, все хорошо. Тоже вот дурацкое изобретение радар. Че, ну радар. Он, с одной стороны, черти за сколько показывает, с другой стороны, он совершенно бесполезен. Потому что он не показывает на моей ветке, не на моей. Ограничение 80, вот, пожалуйста. Только что было следующее 120, а нет. А, нет, смотрите, нормально, 120. Странно, а указатель был сейчас 80. А с какого места будет 80? Да черт его знает. Со светофора? Даже не знаю. Пока не 80, пока 120. Стрелка вправо, стрелка вправо. Вот желтая сейчас будет, наверное. Вот тут 80 будет, мне кажется. 70 даже. Ну, желтенькая, не красная, то есть меня штрафануть-то не должны. Животное возле линии. Ой, это интересно. шестьдесят метров. Это не здесь. Животное возле линии. Это не наше животное. А, нет, это наше животное. И все равно я его не вижу. Оно где-то там. Вот он, суицидный лось. Ну что, я ради него останавливаться, что ли, буду? Буду. По всем ощущениям, это животное возле моей линии. Можно было на соседнюю уйти, кстати. Нет, не возле моей, все нормально. Гнусный лось-суицидник сегодня закапывается на той линии. Оп, пропал. А, нет, указатель у него пропал. Где он? Вон он. Только не ломанись через мою линию. Нет, он через ту линию пошел. Все хорошо. Все, мы с лосем разошлись. Отлично. Инверсионный след самолета? Что, серьезно? Он в небе. Ха, забавно. Так, следующее 100, сейчас 120. Ну что, прибавляем потихоньку. Что-то там урчит. Тогда в разгон. Так, смотрю карту дальше. Так, тут влево надо держать. Тут Кёльн пошел. Будем держать влево. Все равно мне нравится больше наружная камера. Вот, блин. Почему, не знаю, но наружная прям вот. Нравится и все. Я вот не знаю, мне прибавлять, не прибавлять. Потом 80. Не буду прибавлять, нафиг. Так, скоро полбака выжрется уже. Ну, я, в принципе, половину-то проехал. Тут фонари, летящие в морду. Просто вот в кабине, ну, как-то тут в кабине, ну, такое себе. 80, 85. Нормально. Следующий 120, я на 80 проеду. По идее не штрафуют. Так, мне сейчас левую надо выбирать. Оп. Поздно. Не туда поехал. А, ладно. Куда я не туда поехал? А как там развернуть? А, там можно пояс развернуть, да. И заправлюсь. Тогда убираю скорость. Пролетел, не успел щелкнуть. Вот он, вид из кабины такой удобный. Но сверху гораздо лучше видно, куда, чего и как.
Так, давайте разбираться, куда я поеду. По какой линии. А, ну понял, да, тут без вариантов особо. Надо только вот тут в повороте перейти на левее. Угу. Короче, как будет, так и перейду. Ну, немножко не в тему, конечно, с вагонами туда соваться. Но тут прям нормальный разворот, насколько я помню, был. Правда, я туда с вагонами ни разу не заезжал, но там поезд разворачивают. Ну и заодно сейчас заправлю. Так, по идее, со второй ветки я уеду куда надо. Чуть не туда, конечно, укатил. Ну ладно. Так, перекресток тут сейчас будет. И мне влево, да? Ну, оно само влево задало. На среднюю линию вышел. Не-не, давай по правой пока. Блин, я так сейчас обратно на ту линию уеду. Вот она автоматом мне помнит. Влево давай. Так, пошел поворот. Я по второй еду. Ну и по второй такую еду. Нормально. Куда-то я вообще укатил не туда. Хорошо, развороты есть. А так, представляете, какие маневры устраивать? Вот, с одной стороны, вроде забавная игра, с другой стороны, она какая-то пустая. Тут ничего не происходит. И нет вот атмосферности. То есть, вот дорога вот это не увлекает. Ну, просто едешь, оно какое-то все плюшевое такое. Непонятное. Так, давайте уж тормозить. По идее, я вот тут должен был заехать. Но заехал я не тут. Влево. Да, вон оно, влево. Все нормально. Заруливаем. И вон там ремзона. Слушай, как я тут с 9 вагонами-то помещусь? Ну, как-то, видимо, помещусь. А я прям на ходу могу его посещать, или мне остановиться все-таки лучше сначала? Посетить сервис-центр. Сейчас заправлюсь. Лосей не давил, так что нормально. А починить... Мне заправиться бы, вот заправка. Заправить полностью. Пум. Неплохая такая заправочка-то там. Ксарян 4. Так. Мне еще развернуть поезд надо. Режим грузовой, режим пассажирский. Управление локомотивами, улучшение, услуги... А надеюсь, все развернет само? А черта с два. Где должно быть развернуть поезд? Поменять направление, вот оно. Развернуть. Развернул. У меня плохие предчувствия. А, нет, смотрите, весь поезд развернулся. Осторожно, впереди сломался поезд. Ну, круто, конечно. А можно узнать, где он сломался? Аж не говорит. 906 метров, поезд на радаре. А, там, а я не туда. Я направо. Ну, хоть весь поезд развернул, уже спасибо.
Причем мой хвост в сервис-центре, он говорит, вообще не сервис-центр, то есть весь поезд считается одним целым. А, ладно, хорошо, так. Право. Во избежание. И что у меня тут? Я еду, и... Ну, тут я при всем желании туда не могу свернуть. А вот тут могу в Кёльн электростанцию, но я ее объеду. Так, 40 минут уже. Ну да, серия будет длинной. Попёр. Давай в разгон. Так, поезд меня уже не волнует, да? Да, поезд меня уже не волнует, сломанный. Тут сейчас 60. Ну, 60, понятно. По городу едем. С полным баком. Покатал вагончики по трассе, да. Так, а я хочу сейчас выщемиться вправо. Как только получится. Но пока вот эти ветки, они между собой перекрещиваются. А меня туда не пускают. Ну, как вроде как мне зеленый, конечно. Мне кажется, что эти две ветки как бы левые, встречные, а те две ветки правые. Хотя тут, видите, полная вообще... халяву, куда ехать. То есть они в обе стороны одинаково. Ну ладно, так, 60. 60, не гоним. Поезд на радаре все висит. Блин, ну не на моей ветке. Можно было хоть как-то это учитывать. Что, раз, если мне с поездом не по пути, тогда этот поезд мне не показывайте. Почему? Потому что он мне не интересен. Как мне вправо-то выщемиться? Я вправо хочу. То есть принудительно электростанцию отправят. Что там будут делать? А, вот есть. Все. Вправо. Отлично. Вот, вот я этого ждал. Все, тут моя теперь сторона. Я, может, даже в правую крайнюю залез. Там вроде тупиков-то не предназначается. Ну, ладно. Я, кстати, могу вправо залезть. И поезд еще на радаре. Ну, давайте я в правую ветку уйду вообще полностью. Угу, вот так. Так, что у меня по скорости? 60, нормально. А, меня обратно вернули, смотрите. Не успел перестроиться, уже вернули. А тут какая-то фигня недостроенная. Все, вот три ветки. И везде 60, я, видимо, по городу трахчу. Ну, 99% у меня прочность поезда, все хорошо. Вправо, все вправо. Перекрестный разъезд, да. А, ну тут влево не свернул. Вот тут. Дальше держаться надо. Че все 60-то? Давайте уже газанем. Вот я сейчас подъезжаю к той дороге, по которой должен был ехать. А слева ко мне подходит дорога, по которой я должен был ехать. Но я съездил, заправился. Сам того не желая, вон она сверху спускается, да. Странно, такой спуск ядреный. А если на подъем, то я на такой вагон бы затянул, интересно? Наверное, нет. У меня еще не настолько прокачанный паровозик. Ну, нормально. Вроде пока тут не сильно задолбают с светофорами, ну, поезда, то, что тут гоняют неписевые. Вроде пока все мирно в этом плане. Движение не напряжное. Потому что если бы оно было напряжное, я бы на всех перекрестках бы тормозил, там ждал, пропускал и так далее. Я пока сколько всего, два поезда встретил. Ну и третий где-то сломавшись там вдалеке был. О, следующее 120 ограничений. Хорошо. Там можно втопить будет. Да и лось не засаждаю. Все мерно. Слушай, вот сейчас крутой подъем. А я скорость не сбрасываю. Ну, прям дорога-то вверх пошла.
Я прям вижу, что она вверх пошла. Да, там вот подъем был. Мне кажется, физика хромает еще. Ну, это бета, это сраный доступ, но все равно. Физика просто хромает на все свои 8 щупалец. Это просто ни о чем физика. То есть тут даже по подъему, похоже, они не отрабатываются. То есть, ну я вот 100 пудов сейчас по подъему шел. То есть вначале сильный подъем был, что комета там в небе он. Но инверсионно не очень похоже было. Я точно там шел по подъему, но поезд как-то даже не притормозил. При том, что для него тут довольно много груза-то. Вон электростанция слева светится огоньками. Погасила огоньки. Испугалась, наверное. Она красным светилась. Ну ладно. Так, тут 90, ну мне пофигу, что 90. Вправо, все вправо. 120, вот так вот. Следующее 100. Тут его прям предупреждение вот это бросает прям из стороны в сторону. Ну 90, 100, 70. Столько-то, это того, этого. Так, что дальше? Дальше мы встречаемся, и тут главное вправо у него ехать. И там пошел уже Франкфурт. Ну я почти доехал. В Кёльн не вляпаться. Все, собственно, да, еще прибавлю. В Кёльн не вляпаться. Звучит. А, давайте я попробую Франкфурт фабрика. А Франкфурт фабрика? Завод. А, вот Франкфурт фабрика. Нет, мне ее не надо. Мне Франкфурт завод надо. А красный поздняк. Мне ничего не сказали. У меня написано свободная линия. Но мне светилось красным. Я что-то не понимаю, видимо, да? Или мне сейчас паровоз в лоб приедет. Но светофор горел красный. Я даже тут, ну, не знаю, куда смотреть. А вот тут синий. И все нормально. Замечен приближающийся поезд. Здорово. Мне синий был. Поезд вижу. Вопрос в чем? Там есть этот разъезд или нет? Если нет, придется назад задавать. Так, ну если что, я влево, если что. Ну обычно тут бывают разъезды, да? Бывают же. Не уверен. Или есть? Блин, не вижу. А, есть. А! Заплатить штраф, продолжить. Вот хоть как-то. А, на 10 тысяч. А, хоть как-то понять, куда мне сворачивать. Сейчас вот ничего не говорила по поводу того, куда я на поезде на своем должен ехать. Ни светофоры, ничего. Впереди поезд. На какой он ветке стоит? Да черт его знает. Я переехал на левую и не угадал. С другой стороны, если я ехал по правой, какого хрена он стоял ждал? 10 тысяч кусается, конечно. Что? Ой, вообще непонятно, куда ехать. То есть тут вообще никак-то не показывается. Светофорами хоть показывали как-то. Красный слева горел бы, что как, ну, не знаю. Вот там был перекресток, то есть я по перекрестку на самом деле должен был ехать дальше по правой линии прямо, не обращая внимания на какие поезда, то есть все хорошо, я по своей ветке еду. Но нифига, это так не работает. Поезд может быть на любой ветке. Во, вот сейчас звук слышно.
до этого не было. Я сейчас уйду на правую ветку. Ну, мне там больше нравится. Еще тоннели, но, блин, с поездом, конечно, бредятина. Вообще, за этот рейс я, получается, прохихикал уже 20-ку, наверное, да? То есть у меня было 240 с чем-то. Десятку на это, там на топливо, еще наверняка на что-то. Так, а мне, кстати, влево надо. Там держаться, не вправо. Я буду влево держаться, если что. Если что, я буду сопротивляться. Так, 90, ну тут 100 можно. Правда, следующее ограничение 90, так что давайте я убавлю чуть-чуть. Нет, тут пока право. А тут лево. Во, нормально. Так, ну прекрасно. Смотрим дальше. Через это я проеду, разворота тут нет. Франкфурт-Лат объеду правой стороной. Ну, главное тут не запутаться. У меня пока там нету Франкфурт-Лат, Франкфурт-Фабрика. Это все не то. 90, нормально. Едем. О! Что-то вверх подпрыгнул. Там прям крутой подъем. Вправо давай. Не надо на ту ветку уходить. Ну, прям экстремальные гонки какие-то получаются. Успей нажать в нужную сторону. Может, разрабы считали, что в этом геймплейный процесс состоит. То есть, вот, особенно если из кабины, там ни хрена не видно оттуда. Может быть, про это. Ну, не могу сказать, что игра прям затягивает. Вот, паровозики прям хочется играть, как в какой-нибудь Derail Valley. Вот в Derail Valley был прям эффект присутствия офигенный. То есть, ты с паровозиком просто сроднился. Тут нет, ты висишь над этой штукой, и чего? А будет красная, крупная, длинная, более, а чего? Ну и что с этого? Как-то вот оно так. 80, у меня 88, ладно. Я снижу. 86, ну давай, да, снижи. Так, вправо. И по правой ветке, по-моему, даже по крайней правой ветке я эту станцию объеду. Франкфурт-склад, давайте я и... Франкфурт-склад. А, сервисы. Доступ к станции. Ждет. Отлично, он ждет. Прекрасно. А то так в следующий раз-то опять что-нибудь влечу куда-нибудь, штрафуют и все такое. 80, нормально. Укладываемся скорость. Ну, тут грузовая станция, так что ничего такого. Хотя через пассажирскую я проскочил все-таки. И меня не штрафанули, как ни странно. Так, а там надо влево выезжать. А, следующее ограничение скорости 50. Отлично. Влево. А, уже не 50, да? Блин. Уже 80. Вот что она имела в виду, что следующее ограничение 50? Я даже не знаю. Что-то имела. Так, прекрасно. Финишная прямая. Ну, почти. Тут влево уйти. Где-то вот тут. Ага. А потом не перестроишься. Ну как? Короче, влево при первом же удобном случае. Что у нас со станциями? Завод пищевой, да. Давайте сразу запрос. А, доступ к станции. Ждет. Отлично. Так, все, я сразу вывесил сейчас влево, чтобы уйти. Поворот там из левого ряда.
Ну, вот тут еще можно было мостом влево выйти, но я заранее. Хотя, возможно, из левых двух. Ну ладно, где-нибудь там вправо перестроюсь, не страшно. Тут вакханалия с ездой, так что без разницы. А, нет, смотрите, одна только ветка туда уходит. А влево-то только моя. И больше ничья. Такой одинокий какой-то поворот туда. Вот, вот эти подмост куда-то, это, по-моему, не туда. Да, они влево и вправо. Угу. Не туда. Ну, все прекрасно. Тут машины едут. Угу. Так, нормально. И что дальше? Дальше мне, ну, где-то там перестроиться вправо и ехать, ехать, ехать. И вот уже завод пищевой промышленности. Я доехал. Час. За час. А это вся ветка на завод ведет? Давайте вправо. Ну тут пусто как-то. Вот справа там перекрещиваются пути, а у меня нет. А, вон есть уже. Отлично. Свободная линия. Ну, я бы доехал без заправки. Прям недалеко. Так, на завод я въезд запросил. Все нормально. Вправо перестроился. Ну и тут не забыть еще раз вправо нажать, чтобы вправо уехать. Ну чё, один лось. Три поезда или четыре. Довольно пусто. А главное, вот оно продолжает не цеплять. То есть тут нет стремления, что я хочу вот проапгрейдить вот это вот, там, не знаю, установить сюда большой мотор. Всего этого нету. Как-то, ну, вот, равнодушным игра вообще оставляет, полностью равнодушным. Там, ну, проехала мимо красная длинная такая же козябра, ну, видимо, с большим мотором. Там, ну и ладно. Если там в том же Евротраке там... Хочешь какую-то машину там вот прокачать ее, там все вот это вот там сделать ее из двухосной, трехосной, то тут как-то все равно. А главное, на нем не отражается, что его прокачиваю, никак не отражается. Ничего не меняется. Я ему колесную эту пару, или как это называется, ну, короче, телегу, на чем она едет, сменил. А, вот. Ничего вообще, вид не изменился совершенно. Мотор добавил, тоже ничего не изменилось. Так, наверное, пора тормозить. У меня такое ощущение. А быстро тормозит. Уже 60. Че, горки все-таки работают? Да? Чуть включу. Даже на две включу. А горки, видимо, работают. Ну, как-то странно. Вот он. Вот сейчас на горку едет. Невооруженным глазом видна горка, но я падение мощности вообще не ощущаю. Что вот он тяжело там. Не, нифига. Все, станция. Я чуть тормоза включу. Тут право. Ну давайте ты вправо, чё нет. О, вон там прокачаюсь еще заодно. Нет, вправо давайте не будем прокачиваться, на разгрузку. Там разгрузиться, мне кажется, нельзя. Ну хотя, может быть, можно просто на этих В как-то, ну, больше кажется, что можно. Так.
200 тысяч не повод прокачиваться, скажем так. Раз у меня с прошлого раза осталось 240 тысяч, то, наверное, на эти 240 тысяч хрен что прокачаешь. У меня такое ощущение. Ну, что, ну, 225 тысяч. Тоже, в общем, не вагон. Ну и всегда можно сдать назад и заехать вот сюда. А аварийный тормоз, это, наверное, стояночный тормоз. Ну, ручной. Наверное, да. Ну, сейчас остановится. Ну, хоть урчало бы. Ну. Вот сменил я ему колесную эту, ну, тележку. Так ничего же не изменилось. Приехали в Франкфурт. Разгрузка. Погодите. Следующая сцепка. Это не то, это... Так, завод пищевой. Запросы, сервисы, доставка, контракт. 9 вагонов. Доставить автоматически. Вот, вот теперь у меня их забрали. 282. 60 тысяч получил я. Ну, даже не знаю. На мой взгляд, в игре мало что изменилось. Добавились ботовые поезда и все. То есть я по-прежнему не вижу, что тут было во что интересно играть. Ну, как-то так. Ну, посмотрели, зато что и есть. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.